Паша Рамштайн, тут мы не можем быть уверены, это фейковый или настоящий Паша Рамштайн, но давайте послушаем Рамштайн от Паши Рамштайн. Штайн Рамштайн, кстати, пиздатая песня мне нравится. Блять, даже хватает голоса, чтобы это взять. То есть самого тембра. А! Ебать, я обосрался, ты что здесь делаешь? Блять, пиздец, я просто... У меня аж сердце чуть не ёбнулось. Ты почему здесь? Потому что... То, да? Угу, ну хорошо. Ебать, я, господи, такой кирпичерик вложил. Минус такой, конечно, немножко тоже. Блин, у тебя прикольно, у тебя не надо низы прокачать, низы прикольно звучат, гораздо лучше, чем там. Там первый раз, по-моему, не было, но... Прибива в полном смысле. Да здесь минус, по-моему, из интернета взятый. Не знаю, здесь прям барабаны сделаны в каком-то максимально всратом. Даже не знаю, блин. Срата вышла. Все остальное вообще было нормально вполне. Вот тут видите, он, кстати, нюансы как раз вокала Тилия повторяет неплохо очень. YouTube банит за все. Ну да, понятно, понятно. Пытаюсь немецком приветствуется. Ну... Там ее можно, наверное, легче замаскировать, но, конечно, самый такой лучший язык это французский в этом смысле. Но французский такой отвратный язык. Тогда стой, включи там главное, пожалуйста. Все, меня забирают. А, ну, давай сейчас одну минуту буквально. Диски троллят опять. Ну нормально вполне, да, вообще. Вообще очень неплохо для вас. Для Паши Рамштайна вообще прям нормально. И даже не для Паши Рамштайна. Ой, спасибо, это Стардаст и не с ними. Этой концовочки не хватило клевой. Бля, зато облога какая, а. Дашка, милашка. Здесь вот такую плотную кучу навалил, когда Даша пришла. Вы бы видели ее. Просто плотнейше обосрался. Блин, обрезано то, что в конце плохо. Что минус не дозвучал до конца. Ну... А, это свеженькое как раз, да? Ну, кстати, вообще нормально. Нормально. Радует. То есть это уже как-то... Какие-то как будто штуки получше становятся постепенно. Все, успехов.